юбилей отметил художественный руководитель драмтеатра Тургенева. С 50-летием Игоря Черкашина актеры и зрители поздравляли после премьеры спектакля «Пикничок». Это первый серьезный мужской юбилей, 50 лет. Но вы знаете, возраст это правильно, не надо бояться, потому что возраст – это то, что вы оставляете на земле. А вы оставляете на сцене. След в зрительских сердцах юбиляру оставить, похоже, удалось. Даже во второй день премьеры в зале практически не было свободных мест. Видимо, необычная для Тургеневки постановка, эдакий детектив о молодежи и для молодежи, своего зрителя нашла. Надо же как уподобиться, взять и в свой юбилей поставить себе спектакль. Это подарок и городу, и области, и театру. Игоря Черкашина поздравили коллеги со всех орловских театров. Особо отличился театр «Кукол», откуда началась творческая жизнь режиссера. Служил Черкашин лесоводом. Но Мельпомена позвала, и стал Черкашин кукловодом. Но режиссура позвала, и, получив диплом от «Щуки», он взял уже не кукол в руки, людей. Такие вот, брат, дела.